Yo, Wagwan, I'm Tanya Magai. I'm here in Russia right now. I want to welcome all our viewers from all around the world and of course from Jamaica to Kingston Custom Garage. So sit down and enjoy the show. And if you like it, subscribe to our channel to see some more cool videos. Take a moment right here, feeling like it's out here. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run, dangerous, but it's so fun. Running, running. Меня зовут Андрей, мой автомобиль ВАЗ-2101 достался мне по наследству от деда моего. Появился в семье раньше меня, еще до того, как я родился. Меня на нем постоянно возили, там, на вокзалы, в путешествия. Я все время был в этом автомобиле. Он попал в мои руки в 2008 году, и в 2013 году я первый раз полностью восстановил автомобиль. Здесь были заменены все детали, все крылья, двери были заменены, полностью покрашен автомобиль. Так как я сам еще являюсь большим фанатом Италии, я решил свой автомобиль переделать под прародитель копейки Fiat 124. Были поставлены практически все итальянские детали на автомобиль, которые отличаются от копейки. То есть это и клыки, ручки, все шильдики были поменены, вплоть до стекол. То есть абсолютно на всех деталях стоит итальянская маркировка. Я сам все искал, устанавливал на автомобиль. Пришла такая шальная мечта поехать на автомобиль в Европу. И первый раз в 2014 году я на этой машине доехал до фабрики Fiat в Турине. Вторая моя поездка была в 2016 году. Я поехал во Францию, из Франции в Испанию, и из Испании обратно во Францию, Италия, Чехия и так далее. Путешествие на 10 тысяч километров. Меня Саш зовут. Саш Кадрать. История эта началась очень давно. Но у дедушки были «Жигули». И так как он был уже старенький, она стояла в гараже. Я получил права, и дед сказал: «На, держи». Так получилось, что в 2011 году, когда я уходил в российские вооруженные силы, буквально перед этим, за месяц, наверное, я ее ударил. Ударил так, чтобы погнуло лонжерон, оторвало поддон и тому подобное. В общем, достаточно серьезно. И по возвращению из армии я начал ее устанавливать в 2013 году. Очень долго отговаривали коллеги на работе, отговаривал эвакуаторщик, который вез меня. Он сказал, что: «Чувак, зачем она тебе нужна? Тебе дороже станет ее привезти в Москву, чем пойти и купить, например, такой же автомобиль в Москве». Месяца три восстанавливали, полностью переваривали, красили, перебирали какие-то элементы. Естественно, мне хотелось, чтобы она была быстрой, как у лоурайдеров. Но нет, это «Жигули», это не лоурайдер. Собрал достаточно быстрый комплект, но когда я попал на первый свой фестиваль, я проиграл. Я взял подушки, которые у меня были, они были неразборные. Высорил у них дырки и вварил новые порты. Теперь у меня их по два порта, 1/2 дюйма. Ну и теперь она побеждает в конкурсах быстрой пневмоподвески. Рядом в пробке стояла девушка, которая так вот ехала и всю дорогу как бы пыталась поймать взгляд, ну, чтобы я встретился с ней с глазами. Вот. Но я сделал так. «Жигули 2102. За этим автомобилем я носился почти 3 года. Состояние автомобиля было плачевное. То есть
убитая ходовая подвеска, также днище, ну, вот, по салону, ну и двигатель тоже был. Своими ручками все ковырял, все запасы делал, все это заменил, привел все в состояние более ездовое, то есть комфортное, то есть не мелочусь, все новое. '74 год, машина выпуска. У меня, допустим, колеса как бы саморучно собранные, сделанные. То есть там многие спрашивают, как это все технически удобно, неудобно. Опять же, это не практично. И я хочу ездить на более узкой резине, на широких дисках. Есть проблема несоответствия диаметрам. То есть у меня баллоны немного болтаются. И когда туда попадает камушек, у меня колесо начинает спускать, протирать. Ну, вот, приходится покупать новый баллон и менять это, и ехать дальше. То есть, ну, на протяженности 3000 километров, ну, вот, грубо говоря, да, расстояние туда-обратно, могу стереть примерно около 12 колес. Салон, да, там редкий стоит. Двигатель был сначала родной, не хватало по мощности, большой расход. То есть я люблю очень много ездить, и мне нужно, чтобы я небольшие средства и экономил просто топливом. Именно ехала, и не было проблем с двигателем. Да, я его поставил инжектор помощнее, ну и немного еще доработал. На этих автомобилях не заработать. То есть все эти автомобили – это чисто уже любовь, ну, все. Меня зовут Сергей. Марка автомобиля у меня УАЗ-2102, 83-го года выпуска. Можно сказать, одна из поздних моделей в данном кузове выпускалась. Грубо говоря, мне подарили кузов. Один только кузов в ржавом виде. На непонятных колесах, без мотора, без коробки, без салона, без стекол. То есть привезли кузов, дали мне документы, сказали, будешь заниматься этим автомобилем. Я сказал, долго не думая, сказал, буду. Грубо говоря, один год ушел на поиск всех этих запчастей, которые сейчас установлены на моем автомобиле. Я решил добавить там изюминку в свой автомобиль. Я там чуть доработал мотор, добавил побольше хрома в автомобиль. Очень много времени ушло на подбор дисков. Первое, да, что реагирует на мой автомобиль люди, это цвет. То есть они видят это красное пятно. У людей сразу возникает вопрос, что это за цвет, откуда этот цвет взялся. Но я на самом деле не жалею, что остановился именно на этом цвете. То есть как бы цвет делает автомобиль. Неизменяемая подвеска. Это вот как есть, она низкая, так она и есть. При езде, конечно, доставляет массу неудобств, но это того стоит. Это, можно сказать, определенный стиль. Когда там выезжаешь там, на какую-нибудь неровную дорогу, когда там начинается скрежетание по асфальту, лежачие полицейские, у них начинается паника, они там, что это происходит? Я говорю, спокойно, это стиль такой, но мы едем, все нормально. Ржавая по кругу. Вот если взять корову, собственно, вот с ее вот этими вот черными пятнами, вот она бы приблизительно такая же была. Она была в очень плохом состоянии. Она была куплена за гроши, за 28 тысяч рублей. И все деньги, которые у меня были, я влил в эту машину. Приехала в гараж, полгода она разбиралась. Потом она приехала летом из покрасочной камеры. И буквально за 2 недели была собрана. Следующий сезон я нашел нормальную резину, собрал получше машину, убрал косяки по покраске, которые были. То есть это запчасти, которые стояли на тот момент на ней, они были, естественно, вместе с машиной покрашены. Маляр ничего не закрыл. Это было убрано. Через еще год машина была полностью доработана уже до такого состояния, как сейчас. Самая большая проблема была с поиском запчастей, именно редких на этот автомобиль, то есть со всякими там клыками, там бамперами, багажник был найден новый, экспортный, было много чего найдено.
То есть сейчас, вот в данный момент, я прихожу к машине, беру ключи, завожу ее, еду кататься, и я ни насчет чего не жалею, потому что сейчас все защищено. Thanks for watching, and remember, if you like our videos, of course, subscribe. Big up and little more. Okay? Thanks for watching. Big up yourself and lick it. Ah, little more. To welcome all of our viewers from all around the world and of course from Jamaica here to keep. Подальше, да? Не видно?